И вновь всех приветствую любителей кедровых срубов на своем канале. Сегодня у нас обзор нашего дома в Тюмень. Это третий объект в этом сезоне. Если считать беседку в Читу, то уже четвертый. Значит, дом для родителей заказчик сделал. Здесь такое все, как мы видим, основательное. Заказчик не пожалел, как говорится, ни усилий, ни средств. Плита, бетон, участок со склоном, косогор здесь у нас, поэтому все выровнено, подпорные стенки, все как полагается сделано. Сруб у нас из кедра сибирского мы привезли диаметром 40-42-44 сантиметра. Сделан по классике, низ рубленный в канадскую чашку, вверх по стендбим. Второго этажа нету, есть в зале только второй свет. По стендбим диаметры 46-48-50 сантиметров. Кубатура в общей сложности здесь примерно 230. Размеры. Жилой контур у нас 12-30 на 14-30 по осям. Плюс еще гараж, плюс еще навес для гаража. Плюс еще терраса, вот мы видим с правой стороны, для, ну, просто выйти, попить чая, здесь как бы посидеть на природе. На разработку проекта данного дома у нас ушло порядка 2-3 месяцев. Вот. Связано это с тем, что заказчик очень щепетильный и подходил очень скрупулезно к проектированию. То есть все нюансы связаны с постановкой дома на участок, так как участок небольшой относительно. Вот. И тут буквально все до метра, все распределено. И дом у нас тоже не маленький. Дом 30 метров в длину со всеми помещениями нужными, так как родители пожилые и хочется, чтобы здесь все было максимально удобно. И навес для гаража, и сам гараж, плюс терраса там в конце у нас для отдыха, чтобы выйти там попить чай. То есть все это заняло порядка 30 метров. Вот. Старый проект, который уже был здесь посажен, мы полностью переделали. Вот. Он не соответствовал, так сказать, ни технологическим нашим особенностям рубки. Ну, вообще, в принципе, как бы мы так не делаем. Поэтому все переделали. Вот. Ну и вот пришли к такому варианту. Здесь у нас в чем еще особенность? То есть здесь нету, как вот мы любим делать, комли какие-то выступающие, большие, с резьбой там и так далее. Кони тоже, слеги также. То есть здесь у нас все спокойно, все ровненько, диаметры большие, но без изысков. То есть это тоже так же, как бы по желанию Макса было сделано, чтобы вписать данный сруб по стилю, по архитектуре, чтобы он здесь как-то вот гармонировал. Ну, вот получилось у нас сделать. Макс доволен, заказчик полностью, абсолютно счастлив. После того, как проектирование у нас завершилось, мы приступили уже к рубке на площадке данного сруба. We'll be right back.
посмотрим, что там мужики делают. Здорово. Здорово. Че ломаем? Строим. Ломать не строить. Да. Строить нужно. Че делаете? Обсады. Закрываем на зиму окна, чтобы снег не выпадал. Ага. Готовимся к зиме. Понял. Так говорится. Вот. А не боишься, что пленкой все забьешь и продувать не будет? Нет, все продукт сделан будет. Все будет? Да, все будет. Понял. Ну, давай, все, давай, все, все. Давай посмотрим, как это все делается. Да, да. Вот так вот. Стоит 500 пас. То есть он уже вставлен. Угу. Плотно просто загнал его туда, да? Да, да, встал, заколоченный ставится. Плотненько уже встало все. Все просто. Собирается. Сада временная, каркас. Сейчас он. Атоха! Давай, Шурик. Крепить. Короче, выносишь его туда наружу, да, чтобы, да, потом чтобы, прибить. Ну, конечно, чтобы пленка уже потом была, да, под лицом туда пошла. Не было никаких поступок. Ничего. Короче, прикручиваешь к бруску, да? не к бревну. Нет, не, конечно, чтобы она... Это же дом живой, деревянный, чтобы все ходило, все обсаживало, чтобы он отсел, дал обсадку. Обсадку-то. А принцип постоянной обсады потом такой же будет, да? Да, только она будет уже шире, но принцип такой же будет. Принцип будет точно такой же, только она будет шире. И вверху зазор и на вверху, усадку. Да. Ага. Так, а чтобы они не вываливались? Вот брусок же он может вывалиться, правильно? Это сейчас все вот так хоп и раскрепим. Все это сюда сейчас. То есть оно как бы в распор получается. Да, сейчас распор. Ты скрепишь и... И к доскам, только вот к доске, да, боковым. Угу. Что ты говоришь про нижние-то доски? Мы как бы исключили, но потом на стоящей уже обсаде здесь выбирается шип на некоторых, она встанет, чик, шип оденется, ну это так вот. То есть на нижнем бревне делается гнездо? Гнездо, да. И туда обсада встает и не двигается уже пониже, получается. Уже, да. Можно и так. Так, сейчас что, забиваем пленкой? Пленкой, да. Но тоже надо как-то грамотно, чтобы ее не, как бы, ну, не порвало там ничего, да? То есть там она просто в гармошку получается, вверху будет немножко сбиваться. Да, она будет там слаживаться в гармошку. Но это тоже это до зимы, а потом ближе к весне, то есть это мы снова придем и это вверх открутим уже пленку, чтобы она уже дышала весной, когда будет тепло, первые лучи солнца пробиться, теплые, и она задышит, нормально будет. Ну сейчас в принципе, да, сейчас холода. Да, сейчас холода, оно... чтобы снег не попадал, а ничего там не задувало, потому что тут у нас так-то тоже ветра-то сильные, тем более здесь Косогор, такая речка рядом, так что тут ветра сильные. Ну и фронтону ты еще, да, будешь делать? Да, и вот фронтону. А пацаны крышу сделают, вообще красота будет тут все.
Здесь у нас вход в гараж, будут ворота, мощные такие, большие. Здесь у нас въезд в гараж, значит, как мы видим, уровень сруба поднят на 70 сантиметров примерно. В принципе, очень удобно, так как не надо делать вот этот заезд, парапет, да, подъем, на который тоже надо какой-то метраж заложить, вот, чтобы не сильно у нас был угол такой крутой. То есть, ну, если пологий, то это опять же расстояние. То есть мы просто с ворот заехали по ровной земле и на плиту попадаем сюда в гараж. Вот здесь у нас сразу люк, сток для воды, если машину помыть, все стекает, уходит. Вот этот бортик у нас для обсады сделан специально. То есть сюда встает блок обсадной, коробка выравнивается с плоскостью ленты. Вот, и уже вовнутрь монтируются сами ворота. И немного о скрабинге. То есть, как мы видим, здесь у нас лафетное такое помещение, которое уже практически все задавилось, и пазы у нас сомкнулись. То есть, все уже присело на свои места. Соответственно, это говорит о том, что скрабинга никакого здесь нет. Ну, в принципе, он был небольшой, 5 мм делали завешивание, чтобы хоть как-то все равно у нас было давление на чашки и особо щелей, чтобы потом не возникало. Хотя Макс потом говорит, все равно прогерметит после шлифовки там. То есть у нас все будет под герметиком здесь. Вот, поэтому, в принципе, это не принципиально в данном варианте. Ну вот, то есть, конечно, мы всегда стремимся к технологии, чтобы у нас потом, то есть человек герметит или не герметит, все равно все углы по чашкам, чтобы все были оставались плотно максимально. Но в данной ситуации гараж срегламентировал этот момент. Вот, пришлось сделать без скрабинга. Почему? Потому что если бы здесь сейчас у нас были щели по пазам, то есть коротышки бы все висели, они бы не сомкнулись в итоге. Даже при условии крыши. Крыша здесь не тяжелая, фальцевая. Вот, то есть массы особо здесь бы не было никакой. И тут как позвоночники они бы все. То есть у нас не только здесь коротышки, еще по основному срубу там дальше они присутствуют. Вот, поэтому всегда перед тем, как понимать, нужен ли скрабинг или нет, смотрим проект. Вот, и уже заказчиком оговариваем, он говорит, ну тогда давайте коротышки убираем, делаем длинномеры везде, вот, если вы найдете. Вот, тогда можно, да, делать везде скрабинг, но, как говорится, не в этом случае. В плите у нас сливные отверстия, мы видим, вот они, для того, чтобы вода не скапливалась, чтобы ее не откачивать, ничего не надо было. Она сюда будет уходить, все, будет сухо. То есть были здесь снега, дожди. Мы видим, что плита быстро просыхает. Здесь у нас бортик. Как мы и говорили, что он нужен для того, чтобы проложить коммуникации. Инженерку, электрику, разные трубы для теплого пола и так далее. То есть здесь сейчас ничего этого нету, просто есть выводы под септик, сливные отверстия и... Вот эти сливные как раз еще одни отверстия под дренажку. Для изготовления данной фермы у нас использовался длинномер. Это нижняя балка. Она около 60 сантиметров в диаметре. Длиной 9 метров. Сухая. Так как обязательно у нас на такие длинные пролеты надо использовать сухой лес, чтобы исключить прогибание балки вот этой вот. Даже при таком большом диаметре, если древесина сырая, она прогибается даже под собственным весом. Вот. Ну, естественно, все это прорисовано. Здесь у нас второй свет. Потолки подшиваются под крышу в зале. Везде в остальных комнатах потолки плоские, обычные.
под балки, под навесные. И здесь вот на выносах также будут скульптуры. Глухарь, белка, две рыбины еще режутся у нас. Все это покажем потом впоследствии. И человек вот здесь, находясь в зоне отдыха, будет все это наблюдать. Все это рисовалось, проектировалось, конечно же, не абы как. Примерно в этом месте будет печка стоять, типа русской. Далее уже вход в кладовое помещение. Здесь вот возле окошек кухонная зона. Гарнитуры, столы для готовки и так далее. Ну вот у нас тут дорогой наш друг Максим, заказчик. Расскажет нам. Лучше заказчика никто не скажет. Не расскажет про свой дом, про планировку, как это все создавалось, что будет дальше. Поэтому, Макс, тебе, как говорится, и карты в руки. Ну, создавалось, я думаю, как и любой ваш проект, или с нуля, или по месту. То есть у нас главная задача была вписать в дом с гаражом, существующие габариты. С одной стороны, мы упирались в гараж, с другой стороны, в забор и в подпорную стенку. И нужно было бы вписать дом с заданными параметрами, комнатами в существующие границы. Ну, как считаю я думаю, мы с этой задачей справились, потому что все вошло, даже с запасом, с небольшим. Качество сборки, я скажу, меня более чем приятно удивило, потому что я впервые вижу сруб подобного диаметра, собранный где-либо в Тюмени. Но я думаю, это не последний заказ у ребят, потому что уже даже на этой стройке многие захотели, изъявили желание построить что-то подобное. О своем решении заказать у сруба Че не жалею абсолютно, потому что в интернете присутствует очень много компаний. Как нашел вообще, то есть как бы через Инстаграм вообще, как произошло? По-моему, да, по-моему, это было в Инстаграме, это было пару лет назад, Саш, когда мы с тобой первый раз связались. А ты пропал, кстати, на год, я помню, пропал, думаю, да, ну все. Мы не пропали, потому что готовности строительной не было здесь. Только когда мы вот появились, кстати, габариты, характеристики нужные нам, тогда уже была возможность и предмет для разговора. А до этого как бы мы только хотелки изъявляли, желания, приценивались, сравнивали, смотрели. Ну, изучали рынок, посмотрели то, что готовят конкуренты. Но рынок достаточно, скажем так, представлен обширно. И подкупила, во-первых, сам материал, естественно, это кедр, кедровая сосна, которая у нас растет далеко не везде. Качество рубки, мастерство рубщиков. В целом, ну и сам профиль Инстаграм, так скажем, подкупил, поэтому выбор. Ну, узнавал еще там, ну, с кем-нибудь там как бы мониторил? Да, честно, нет, не как-то особо. поверил на слово, и как вижу, что не пожалел. Вот, потому что, ну, смотреть комментарии, читать отзывы — это одно, а увидеть это вживую — это совершенно другое. Вот, поэтому, ну, я думаю, надеюсь, что это не последний заказ у вас в Тюмени. Вот, возможно, и у меня, дай бог, так что... Слушай, ну, во-первых, ты большой молодец. Я хочу сказать, что ты, ну, просто прям вообще... То есть слов нету, да? Одни, как говорится, восторженные комментарии. Вот, по поводу, что своим родителям... Ну, я занимал... По сути, это как бы самый лучший вариант, экологически чистый, в том, что может человек существовать сейчас здесь на земле матушки, как говорится. А так как родители у тебя, так понял, они, ну, здешние, да, откуда-то отсюда, из этой... Ну из, да, они поселка, в Сибири они. И всю жизнь прожили. Да, ага, извиняюсь. Пауза. В общем, что касается сруба, это даже, ну, не мне, наверное, надо говорить спасибо, заказчиков много у вас хватает, а вот вам, потому что, ну, за исполнение, скажем так, за ведение проекта отдельное спасибо. Потому что все вопросы, которые у нас были, возникали в ходе реализации... Слушай, вообще... ну ты непростой. Ты вообще непростой. Такой дотошный, щепетильный. Мы там 2 месяца там ковыряли в чате, слушай. Так, ну, это же хорошо, когда есть команда, которая может исполнить все там хотелки, пожелания.
Поэтому на самом деле, как бы в плане сложности, наверное, для вас это далеко не самый сложный сруб здесь у вас там. Да, у тебя все по-простому, все, но именно дотошность, понимаешь, какое помещение, сколько квадратов, где находиться должно. То есть ты здесь прямо все. Ну, все в плане расставил. Эргономики, да, может быть. Тут с моей стороны что-то, а вот в плане исполнения, я думаю, у вас срубы, конечно, и посложнее были. Но, скажем так, вот постбим, вот этот диаметр, да, сколько у нас, 46-52, да, примерно? Да, на постике, вот. Да. Вот, он вживую оказался, ну, прям гораздо интереснее. Мы когда смотрели фотографии, рендеры. Короче, когда объекта, приехал, да. ты немножко удивился. Да, да, я удивился, что когда я подошел к срубу, он мне оказался так вот, подбородок просто, полтора метра практически. Первые три бревна, вот, ну... Я обнять так вот, посмотри, я обнять не могу его, мне рук не хватает. Но это, конечно, побольше, да, диаметр у нас здесь? Здесь 55 примерно. Да, на стеночке. Ну, сейчас вот ребята приедут, команда кровельщиков от вас, доделают... Подготовочку под фальц, я так понял, да? Да, да, чтобы она от общей стилистики не отличалась, фальцевая кровля. При этом мы как бы старались сохранить баланс между вот такой... деревянной аутентичностью и, скажем так, современным стилем. Ну, я надеюсь, что мы его нашли. Итог проекта... Ну, показывать я не стал, как бы, по твоей брозе. Да, итог проекта, я думаю, ты оценишь, наверное, уже после сборок, после установки окон, там. Я думаю, через годик-полтора приедешь, да снимешь материал, если тебе интересно будет. Спасибо, конечно. Будем ждать в гости с удовольствием. Спасибо. Вот. А что касается, скажем так... скорости сборки, доставки и сервиса, да, наверное, хотелось бы твоим услышать потенциальным заказчикам. Ну, я скажу, все понятно, прозрачно, цена оговорена, ничего не менялось в процессе там, заказа, сборки и так далее. Если какие-то изменения предлагались, они предлагались, как говорится, на берегу и согласовывались с заказчиком. Вот. А так, после завершения работ на месте, я так понимаю, вы доставили его сюда, в Тюмень. И за 3 недели ребята втроем всего лишь собрали вот этот сруб. Я считаю, что работа выполнена отлично, потому что, ну, есть чем сравнить. Заказывал я и срубы и с Пермского края, Святки, и с Кургана я видел, как у нас здесь работу выполняют. Но это лес совершенно другой. Это вот именно уровень просто дерева, именно дерево. Ну и ребятам надо дать должное, это мастерство рубщиков. Понравилось, как работают с пилой, понравилось, как работают с топором, несмотря на молодость. Вот, ну, все было исполнено максимально качественно. Не зря наши усилия по воспитанию плотников, да, прошли? Да, да, да. Вот, так что... Покажешь? Покажешь планировку? Покажешь? Да, да, конечно. Здесь у нас гараж, навес, да, Макс? Да, навес над гаражом, гараж, вход, будущий дом. Это временные обсадные коробки у нас. Угу. Проходи, Саш. Угу. Здесь гардероб для верхней одежды. Ну, скажи, потолки потом будешь, да? То есть потолки, да. Навесные балки вот и просто... Принимаем решение. Закрывать не хочется этот постенбиум, эту красоту. Сейчас вот думаем. Может быть, так и оставим. Здесь как бы котельная. Гардероб для верхней одежды рабочий. Переход из гаража в дом. А котельная, слушай, отопление вообще что? Газ? Теплые полы, газовое отопление. Да, радиаторы делать не будем. Теплых полов здесь достаточно будет с таким диаметром сруба особенно. А газ централизованный у вас? Газ, да, конечно. Угу. Да. Здесь санузел и кладовочка из кухни с перегородкой. Ну, то есть здесь перегородка будет. Каркас. Да, да, помещение разделится. Здесь, ну, спальня родителей. Получается. И гардероб уже такой для домашней одежды, как бы хозяйская спальня. Она единственная. Гостевых комнат здесь нет, потому что родительский дом. Вот здесь ничего лишнего не нужно. Так, дальше. Кухня-гостиная. Ну, основное, в принципе, и последнее помещение в доме. Здесь потолки будут подшиваться по кровле. То есть такое... Высокое пространство, вон, постбим. Ну, там во фронтончиках окошки классные, да, то есть света будет здесь, да, достаточно. Да, много света, там вид на лес, но сейчас не закрыто, в общем. А так стекло вот это двери, да, у тебя планируется? Да, 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 здесь стекление максимально светлое будет все.
внутрипольный конвектор, наверное, поставим дополнительно, ну, уже у входа. Есть зал, ну, диван, телевизор, не знаю, что там они поставят себе. Стол обеденный, кухонный гарнитур. Ну и здесь желание давнишнее, скажем так, моих родителей, они всю жизнь, все детство, точнее, росли в деревянном доме и помнят, что такое русская печка. И вот я всегда хотел, чтобы она когда-то у них появилась в доме. То есть у них двойной функционал, и готовить в ней, и, пожалуйста, можно там, как говорится, залезть, кости старые погреть вот здесь. Ну и кладовочка, тоже то самое помещение, санузлом разделенное. Здесь вот, ну там, варенье, соленье, что-то спрятать, убрать. То есть, вот. Слушай, и... типа погреба, подпола? Да смысла нет, ну, во-первых, в возрасте уже лазить в подвал, я думаю, не хочется особо по лестницам. Да и сейчас так впрок, наверное, уже никто не готовит, да, всего. На сезон и хватит, я думаю, кладовочки достаточно будет этого. Вот. Поэтому помещений здесь не так много, точнее, совсем немного. Это, ну, гараж, встроенный в дом, гардероб, санузел с кладовочкой, спальня и кухня-гостиная. То есть, ну, по стандартам это, ну, трехкомнатная квартира, наверное. Но трехкомнатная квартира в кедровом срубе, да? Это совершенно другое. По ферме скажешь что-нибудь? Ну, ферма, да. Когда ребята привезли уже, наверное, у нас сколько, 6 или 7 или 8 фур было примерно по доставке всего объема. Когда привезли вот эти коротыши, они так несуразно лежали на земле. Ты думаешь, что это такое, да? Я думаю, что это такое, какие-то маленькие, некрасивые сучки торчат. А потом, когда они это все поставили, это еще лучше заиграло. Вот, наоборот, вот, все эти элементы только придали вот это вот... Тут сказочность, да, какая-то сказочность необычность. Этого деревянного сруба. Эксклюзив такой. Какой-то, да. Сразу. Поэтому... Не зря я тебе ее сюда, получается, да, засунул. Да, да. Ну и смотри, на остатках скульптура, да, Макс, еще планируется. Ну, какая-то. У нас скульптура здесь вот на бревна ставится там, глухарь. Ребята режут у вас там на месте. Глухарь, сова, белочка. И здесь местная ваша рыба налим, которая водится, будет хариус, вырезаться. И хариус, лещ. Хариус. А, ой, хариус, точно. И лещ. Это уже по просьбе. Слушай, отца. Они же из заготовок. То есть мы же хотели сначала врезать прямо в бревно, вот, а потом решили сделать просто из заготовок. А как там их крепить? Ну, крепить ребята предложили на кронштейны специальные. То есть их можно и поставить на стол, например. Можно и поставить на крючки, вот на эти будет. Ага. Да, то есть не проблема. А эти фигуры, я так полагаю, эти, да, стационарные, эти они, стационарные, скорее всего, да. Вот. Ну, что могу сказать? Наверное, видео в первую очередь адресовано потенциальным заказчикам. Не бойтесь, заказывайте, доверяйте, прислушивайтесь. И, ну, я думаю, вы останетесь довольны. Потому что отношение ребят, уровень исполнения, ну и вот этот вот просто запах кедра, который присутствует в этом доме, да, ну... Я думаю, нет ничего приятнее на старости, чем пожить, да, в таком замечательном доме. Поэтому сейчас работаем, мы тут кровельные доделаем. Годик-два на усадку сруба, я думаю, примерно. И когда запустим уже полы на окончательную просушку, ремонт и проводку, там, отопление и так далее, по итогу Александр, наверное, еще раз приедет, посетит нас, принять работу, так сказать, отснять. И, ну, сравните, что было, что стало. А пока мы сейчас закрываемся, консервируемся и даем усадочку полтора года. В общем, ну, коротко рекомендую. Спасибо, Макс. Ну что, друзья, на этом заканчиваем наш обзор, нашу встречу с Максом, с домом. Не хочется уезжать даже отсюда, так все здесь дружественно, благостно. Ну, до новых встреч. Я думаю, что скоро мы вновь появимся, но уже в Москве. Там тоже семейный такой большой дом будем снимать. Угу. Всем удачи, здоровья, здоровья близким, родным, родителям прежде всего. До новых встреч. Пока. Пока.